послали по весне фильм о документальной войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой, правдой людской, разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Будто сын услышит его. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали дети. «Алексей, проси, да беги!» Просит мать о сыне повторить. И опять вода в горе бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Будто сын услышит его. Дома все и чудилось его. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее сына.